Наверное, он уже не вернется. Вертолет, кажись, полетел на пункт эвакуации в торговом центре. Согласен, тогда пошли туда. Вооружаемся, а то у меня плохое только что разжился топором. Это то, о чем я подумал? Ты думаешь, что стрелять в меня хорошая идея? Здесь шприц с адреналином. Взял шприц. Смотрите сюда. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Блин, на шее! О, блин! Она плюется горящим дерьмом! Надо уже убить эту плюющуюся сволочь! Ah!
вырубился. Перезаряжаю. Меня обливает! Перезаряжаю! 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 Шприц с адреналином. Нам это пригодится. Ух, это себе. Можно идти не знаю, дальше. Как там тебя звать, но держи. Прошу прощения. Дела так тебе. Ну вот, все хорошо. Перезаряжаю. Не знаю, как вы, но судя по этой карте, нам лучше двинуть Новый Орлеан. Вы как? Взял дефибриллятор. Прекрасно. Зомби в костюмах химзащиты. Вот катана. Вот катана. Перезаряжаю. Осторожнее с этими одетыми в ОЗК.
Беру банку желчи. Я не могу шевельнуться! На помощь! Возмерно. Перезаряжаю! Не рассказывай об этом. Я это делаю только для тебя. О, это мне очень помогло. Я тебя прикончу, маленькая тварь! Перезаряжаю. Живо вниз по лестнице. Отбито. Пригодится кому-нибудь, но держи. Можно идти дальше. Беру таблетки. Здесь дефибриллятор. Здесь, на уступе! Здесь есть оружие. Вот катана. Языка! Меня зарканили! Есть шприц с адреналином. Перезаряжаю. Слава богу, один еще работает. Это нам понадобится. Понятия не имею, как работает эта хрень. Человек. Не дергайся, а то я сделаю что-нибудь не так. Куда легче. Ну, какое-то время я еще живу. Меня зовут Рошель, а тебя? Мое имя Элис, но иногда меня зовут Эл. Мне так не нравится, это слишком по-девчоночне, но можете звать меня Эл, я не против. Готов спорить, нас уже ждут на выходе, готовьтесь. Я перезаряжаю.
Есть шприц с адреналином. Перезаряжаю. Надо перезарядиться. Таблетки. Беру банку желчи. Перезаряжаю. 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 Немного рвоты.